Все, давай. По-моему, тут была какая-то битва. Тюфсик, ты выиграл бой. Твоя, не забираю. Злодей. Трофей. С утра пораньше. Это ты это пощипал перья у Фоксика, а? Лежит злодей, лежит. Скажи, я не я, и морда не моя. Злодейская морда, а, злодейская морда. Мерняу, да, конечно. Скажи, так приятно спать на этой самой, на доске гладильной, да? Так приятно спать на гладильной доске, скажи. Да, приятно так. Все, Тиму, все. У нас тут подлизушки начались. Что у нас тут подлизушки начались? Мурлыкушки, подлизушки. Это у нас Тюфсик тебя немножечко покоцал, да? Покоцал тебя немножко, Тюфсик. Ну что, касатик, гулять пойдем? Гулять пойдем. С добрым. С добрым утром. Сурка. Вышла немножко это самое. Сейчас прогуляюсь чуть-чуть. Может, голова встанет на место. О, какая у нас тут красота сегодня. Плюс один. Сегодня перехожу Рубикон. Сейчас куда он? Ну и прям хорошо. Ой, сегодня выхожу на дальний, на средний. На средний, как его назвать? На среднее кольцо. А вот, ну не суть важно. Наконец-то могу заснять вот эту вот самую штукерацию, которую они строили. Отбойник это называется. Он, слушайте, он оказывается монолитный. Это они его машиной как-то это, как курица яйца высиживала. Так они как-то монолитно это все делали. Во всяком случае, вот здесь вот начало, а конец. Смотрите. Здесь вот начало. Что отбойник я помню. Володя, я помню про отбойник. У-ху. Мне коты за мной не увязались. Слава тебе, яйца, то я могу немножко подальше пройти. И тогда Тюфсик просто бежал за мной. Мне страшно, пришлось возвращаться. Я такая вся красопета. Крутила на голову, не знаю, что-то шапку не смогла найти. Так что гуляю. Какая тут у нас... О, какие льды свисают.
Льдюшечки, льдинчики, льдичата. Льдичата, льдичата. Вот такая красота. И не горы, и не реки, и не лес, а поле, 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 поле чудес. А поле, и все ездят и ездят туда-сюда. Поле машин, летающих туда-сюда. Вот такие вот дела. Вот такая красотища-то. Сталактиты, сталагмиты. Красиво так все смотрится. Как зубки. Акул, или не знаю, пираний. Дишки эти. Ручеёчек. Вообще-то, знаете, такой тот самый пример у этих, аниме. Они тоже вот умеют это так рисовать красиво. И вот все это стекает, все вот это самое. Очень красиво. Но руки трясутся, зараза. Мех какой. Это все на одном каком-то... На одном месте это вот все, вот это все. А я раньше на работу, с работы, на работу, с работы. Такая красота. Thank you.
такой. Велусик. Только начинаешь снимать, какая-нибудь машина едет. Прикольно, я не замечала, когда я смотрела как-то на машину, которая проехала, да? Ну, то есть я вижу вот нижние эти самые много-много всяких лампочек. А посмотрела на камеру, а это самое, в камере они вибрируют, и создается ощущение, что это полное. Все залито именно светом. Не эти маленькие, эти самые, а они создают какой-то общий ореол. Даже как отличается взгляд вживую и взгляд в экране мобилки, цифровой, так сказать. Так, ну я, в общем, возвращаюсь уже домой. Сейчас померяю давление. Посмотрю, стоит ли мне гулять еще или нет. Стоят еще мои пупсики. Стоят. Сейчас родители меня купят. Стоит. Все, довольно. Наверное, хватит на меня сегодня. Не, ну вернее, как бы в данном моменте. Голова кружится. Не вынесла.